chinês. Вот, чтобы земля померкла, свобод небес сегодня, отдых от труда забвения, всех забот зажжется первая звезда, и к нам Христос сойдет, сойдет, чтоб каждую семью вести покой и мир, всем благость проявить свою, устроить детям пир. Рождеством знала я, как Христос родится, и с небес на те края ангел опустился. Папа так меня зовет, милый ангелочек, говорит, что тут живет лучшая из дочек. И в подарки для меня ангел есть, я знаю, вот он крыльями земля медленно порхает. Я на елочке его лучше всех устрою, пусть летает Рождество прямо по звезде. Интересен мне вопрос, был ли маленьким Христос, как учился он ходить, что он начал говорить, и любил ли он играть, и во что любил играть, был ли он отцу послушен, музыку какую слушал, думаю, он добрый был, и в собрание ходил, дружелюбным быть старался, но, конечно, он не дрался, младшим братьям помогал, иногда он уставал, но капризным, злобным не был. Он всегда смотрел на небо, он всегда молился Богу, только в нем искал подмогу. Если б мог тогда и жить, так хотел бы с ним дружить. Так желаю я, а Боже, на Иисуса быть похожим. Рождество – это праздник света. К нам сошел Иисус Христос, далеко, в Вифлееме где-то. Бог спасение принес. И сегодня Сегодня день рождения Спасителя Христа. Свое благоволение дает Он за креста. Он был, как все мы, маленький родился Он зимой, и маленькие ясельки залил свет золотой. Принес Христос спасение, подарки детворе, и день его рождения сегодня, в январе. Настя, долгое Рождество, мы приветствуем тебя. Сколько радости кругом, праздник входит в каждый дом. И земля, и небеса славят Господа Христа. Он родился в эту ночь, Он нам всем любовь принес, Божий Сын Иисус Христос. Рождество – это праздник света. К нам сошел Иисус Христос далеко, в Вифлееме где-то. Бог спасение принес. Он пришел в этот мир, чтобы явить свою любовь. И шагали святые ноги на Голгофу, пролить нам кровь. Заменяет тебя, Сын Божий, все мучения креста принял. Мы виновны во всех, но все же, умирая, всех нас прощал. Неужели он зря родился и на землю сошел с небес? Человека Бог воплотился, пострадал, умирал и воскрес. Сегодня стучится он вечно. Опусти же его поскорей, обернись и оставь путь прежний, открой же сердечную дверь. Рождество – это праздник света, к нам сошел Иисус Христос, пусть все знают, о том планета, то спасение мир принес.